Выращивание овощей в горшках с долгой самоподкоркой, без применения шпалеры и необходимости в частых поливах. Этот метод также позволяет выращивать овощи у стволов кустарников и деревьев, не повреждая их корневую систему, и использовать их ветки для подвязки овощей. Итак, в одном месте можно получить овощи и всякообразные фрукты. Приступаем. На примере огурца. Засыпаю качественную почву. Засаживаем рассаду. Так как в скорлупе много кальция, перемалываю ее кофемолкой и подсыпаю удобрение. Под дно горшка подкладываю кирпич. Делаю риску дна горшка. Вначале тазик заливаю водой до риски. Преимущество системы. Вода в тазике всегда теплая, так как подогретая солнцем, и отстоянная. Корни не охлаждаются, так как в поливе шлангой. Удобрение и компост, залитые в тазик, легко попадают в корневую систему. Нет необходимости в частом поливе. Практические нюансы этого метода. До начала цветения уровень желательно держать до риски. Растение обходится витаминами те, которые находятся в горшке. А вот с начала цветения в тазик добавляю компост и необходимое удобрение. Уровень воды в тазике поднимаю выше. В этот период подкормку я не произвожу, так как нежные корни могут повредиться.